Добрый день, вернее, доброе утро. Снимаем это видео для наших друзей из Литвы, для людей, которые нам помогли приобрести автомобиль. Покажем, что мы купили, да? Значит, меня зовут Сергей. Значит, смотрите, вот такой автомобиль. Audi Q7, 2008 год. Панорамы нету, но есть пневмо и все присуще. Значит, все идеально, куколка она во всех отношениях. Резина слабовата, да, мне говорили, что резина слабовата, но доехать доедем. Значит, вчера был дождь сильный, мы не смогли снять, ничего не посмотреть и так далее. Значит, обратился я как-то к Игорю. К Игорю из Литвы, значит, нашел его в Ютубе, но я его давно нашел, еще в 2014 году, обратился еще осенью с просьбой подобрать автомобиль. Почему осенью? Потому что я осенью продал свой, у меня была шестая, значит, ну и не торопил его, где-то, говорю, пару месяцев можете искать, это самое, не нужно спешить. Но, в принципе, уже более плотно мы начали искать автомобиль. Я обратился к нему уже повторно. Напомнил о себе, говорю, когда уже у нас нулевая растаможка пошла в Украине во время войны, чтобы ускорился, потому как от государства можно сдать чего угодно. И начали плотно работать. Посмотрели около 3-4 автомобилей. Мне пришлось доверять им в полной мере. Потому как мы находимся в Украине, они в Литве, они видят автомобиль, они осматривают и так далее. Осматривал автомобиль Александр. Знаете, ребят, что я вам полностью доверял. И когда вы смотрите автомобиль, я всегда ждал слова от вас, стоит ли брать его. Посмотрели несколько автомобилей. Один из них был, значит, с некоторыми повреждениями. То шпаклеванный бок, то крышка не открывалась, то перегрев компрессора, то ржавые были и так далее. Данный автомобиль, он глянул по кузову, все в порядке, технически все исправно и так далее. Салон, он сказал, все, этот автомобиль нужно брать. Я ему полностью доверился. И вы знаете, когда мы получили его, то все подтвердилось. Значит, покажи автомобиль. Значит, вот такой автомобиль, сейчас он слегка грязный, пошли по кругу, слегка грязный, но все аккуратно и достойно. В салоне запах нового свежего автомобиля, ничего не порвано, ничего не сломано, шикарно. Здесь пассажирская то же самое. Пойдем сюда. По кузову тоже я не вижу изъянов. Будем детально уже осматривать дома. Сейчас мы уже собрались в поездку, рано утром встали, чтобы двигаться вперед в родной город. Audi Q7 Quattro 3.0 дизель, 2008 год. Что я хочу сказать? Спасибо огромное Литве, которая помогает нам во время войны всяческой. Всячески они помогают экономически, военным образом, скорее всего. И спасибо батальону, автомобильному батальону из Литвы. Это Игорь. На Ютубе у него канал Игорь Игоревич. Возможно, там, по-моему, у него и на Фейсбуке, и на Инстаграме точно так называется. Спасибо большое Александру, который подбирал, это его компания, подбирал автомобиль. Мне понравилось, как он это делает. Я порой был настойчивым, там где-то назойливым. Простите меня, ребята, ну, нервишки такие были у нас. У нас война, поэтому мы все в стрессе живем. Еще благодарность, я не знаю, как его зовут, но не буду даже и пытаться его искать, как он называется. С Вильнюса парень, который нам переводил денежку с Украины в Литву. Это тоже было непросто в наше время, потому что государство нам запретило переводить деньги, снимать и так далее. То есть покупай автомобиль, но выехать ты не можешь, перевести деньги не можешь, крутись как хочешь. Но мы привыкли крутиться, хотя и устаем уже. В общем, спасибо большое, ребята, респект вам, Игорь Игоревич, обращайтесь к нему, не пожалеете, полное доверие. У меня оно было с самого старта, я даже не сомневался ни в чем, ни в деньгах, ни в автомобиле и так далее. В общем, всего доброго, ребят. Мы уезжаем домой. Благодарны вам. До свидания.